Здравствуйте! Сегодня сделаем осмотр прививки абрикоса на сливу, которая была произведена мною еще весной этого года, 2016 года. Сейчас осень, 21 сентября. Вот делаем осмотр этой прививки. На данную сливу я делал около 5 прививок, но только прижилась одна. Там, где я не ожидал, что она приживется, но она прижилась. Как видим, данная прививка абрикоса на сливу дала 3 почки. 3 почки было оставлено, и 3 почки, все они пошли в рост. Потом на свежий год толстый, на который привита ветвь сливы, спилю, и абрикоса будет вольготно жить. Прививку я делал по двое и привое по разному сечению, как мы видим. Сечение расходится в 2 раза, можно сказать. И сделал ее не так, как обычно, скотчем или чем, а на изоленту посадил. На изоленты притягивалось оно прочнее и лучше. И вот она хорошо держится. Рядом мы наблюдаем прививку, которая была сделана тоже абрикоса на сливу, но она не прижилась. Вот еще одна прививочка, которая не прижилась. Тут слабенько, конечно. Вот еще одна. И вот еще одна. 4 прививки, которые вот не прижились. Это свидетельствует тому, что эти прививки плотно не притягивались. Скотч сильно начнешь прижимать, он рвется. Нитку я брал ХБшную тоже под скотч, который раньше тоже притягивал. ХБшная не очень толстая, тоже, видимо, слабо дала как бы прижим. И камбий очень плохо прижимался друг с другом, поэтому срастаемость неважная. А на изоленте, изолента эта, которая тянулась, и она хорошо прижилась. И вот мы видим результат, будет она жить. Поэтому вывод делать вам самим. Как лучше делать прививку? Прививка эта сделана улучшенной кукулировкой. На всех этих привой и подвое везде одинаково делал, но прижилась только вот это, где на изоленте было у меня именно это место прижато. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезным. Пишите свои впечатления на странице просмотра видео, нравится вам или не нравится, что можете посоветовать нового, что заметили, что не так. Хотите быть первым получать известие о добавленных новых мною видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю успеха, всего доброго, до свидания.